Карельский Биг Бен так и будет стоять без света. Фонари, которые находятся рядом с черным изваянием, по-прежнему останутся не более чем декорацией. Как сообщают карельские СМИ, в мэрии отказываются принимать объект на баланс и подключать его к электричеству до окончания судебных разбирательств. Напомним, что скандальная стела была установлена на площади практически самовольно, без каких-либо экспертиз, согласований с архитекторами и общественных слушаний. Поэтому, если суд решит демонтировать карельский Биг Бен, рабочим придется делать это в темноте. И еще одна новость с площади Гагарина. Платная парковка у вокзала подорожала. Теперь за час стоянки горожанам придется заплатить не 30, а 40 рублей. В год владелец парковки платит карельской столице 79 тысяч рублей арендной платы, а собирается автолюбителей по самым скромным подсчетам более 2,5 миллионов рублей. С повышением платы за парковку эта сумма вырастет еще. К слову, в договоре аренды город обязал бизнесменов благоустроить арендуемый участок, а также реконструировать сети наружного освещения. Прошло 1,5 года, однако своих обязательств владелец паркинга так до сих пор и не выполнил. У Липовой аллеи на Анохина появился шанс выжить. Природоохранная прокуратура Карелии пока не дает энергетикам добро на уничтожение деревьев. Как сообщают в прокуратуре, большое количество находящихся на аллее деревьев краснокнижные, и вырубать их просто так нельзя. К слову, при разработке проекта в 2011 году был предусмотрен альтернативный вариант ремонта тепломагистрали без уничтожения деревьев. Однако в целях экономии было решено похоронить старую трубу под дорогой, а новую проложить по территории аллеи с уничтожением всех зеленых насаждений. Возможно, компании ТГК-1 придется вернуться к более затратному варианту реконструкции своих сетей. В лесу напротив Куковского кольца полыхал пожар. Рядом с отвороткой на Орзигу местные бомжи построили себе самое настоящее поместье в несколько комнат и с мебелью. Однако сегодня лежбище загорелось. Огонь увидели грибники. Шел с грибами, увидел, что горит. Подошел и все. Не знаю, что делать. На место возгорания был вызван пожарный расчет. В считанные минуты огонь был потушен. Теперь господам без определенного места жительства придется строить себе новое поместье. Таким мы увидели наш город сегодня. А если и вам есть что рассказать, звоните по телефону 533-232. Давайте делать новости вместе.